Вы чувствуете? Вы чувствуете, что мы катимся в пропасть? Я знаю, вы ждете. Я знаю, вы страдаете. Но, дети мои, страданий можно избежать. Можно избрать другой путь. Мы ждем вас. Мы примем вас. И мы спасем вас. Даже против воли. Можете сопротивляться. Но вы скажете нам спасибо. Я ваш отец. Вы мои дети. Конец близок! Я приведу вас к вратам! Ведь вы мои дети, а я ваш отец!